Отдыхать вы считаете. А вы как считаете? Прогуливаться. Вы считаете прогуливаться. Это кто вам? Это крестная. Это крестная, да? Крестная как хорошо помогла. Крестная один из двух вариантов ответил неправильно. Сразу помню, что это прогуливать. Да, хилять по броду. Мы хиляем по броду. Итак, очень простой вопрос. Отвечаем сходу. Шувиха — это девушка из стиляжей компании или не из стиляжей компании? Стиляжи, ну конечно, из стиляжи. Молодец, реакция хорошая. Слушайте, ну вы мне вообще очень понравились. А можно вас попросить на одно рискованное мероприятие? О, отлично. Вот я люблю смелых девушек. Как вас зовут? Вера. Вера, и имя-то хорошее. Как там у нас говорили в «Иронии судьбы»? Тем более редко, особенно редкое, да? Нет, Вера в самом деле хорошее имя. Вера, согласны ли вы, чтобы я сейчас дебютировал здесь в качестве певца? Вы согласны? А вы? Да? Ну что, друзья, а вы тогда согласны, что я буду дебютировать и петь песню эту только для Веры? Ее нужно петь только для девушки, одной. Согласны, да? Ну пойдемте, я тогда расскажу вам, что я буду петь. Пойдемте на сцену. Вера, я буду петь вам «Люби меня долго», «Люби меня нежно», «Люби меня искренне» и вообще до конца дней. Окей? Дайте нам минусовочку, пожалуйста. Happy dead, love is sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your hands. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, always will. Облава! Ах, кончай стрелять! Есть чувиху! Облава! Нет, облава! Бегом, бегом! Прячьте ее! Облава! Это же лавы! Обратно! Прячьте, прячьте! Ты чего? Я? Я, да. Ладно. Да, я. Чай, дурак, Алана. Что? Дело есть. Ну? Я знаю, ты у них главный. Ну? Давай, зови всех. Пока разговор мирный будет. Чуваки, чувихи, давайте сюда, не бойтесь. Нам вроде мирные переговоры они предлагают. Товарищи стиляги, есть предписание сверху на время празднования Нового года взять вас на поруки и весело в идеологических рамках встретить с вами новый 1957 год. Песню для вас уже подобрали. Песня хорошая, утверждена Союзом советских композиторов, исполняет тоже молодая советская артистка. Давайте, включайте, будем репетировать. Я вам песенку свою про 5 минут. Эту песенку мою пускай пою. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту. Ой, часов раздавно стоит. 5 минут, 5 минут, помиритесь, это вскоре. 5 минут, 5 минут, разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут, ой, часов раздавно стоит. Помиритесь, это вскоре. На часах у нас 12:05, Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом. На часах 12:05. Но
год убежден, он у самого порога, 5 минут пробегут, их осталось так немного. Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья, вот сидит паренек, без 5 минут он мастер. Без 5. Но ведь 5 минут немного, он на правильном пути, хороша его дорога. 5 минут, так немного, он на правильном пути, хороша его дорога. Пусть подхватят в этот вечер там и тут эту песенку мою про 5 минут. Но пока я песню пела, 5 минут уж пролетело, Новый год, часы 12 бьют. Дорогие товарищи, с новым 1957 годом! Ура! Боже, можете же, когда захотите. Ну да. Массовые игры еще нужны, а? Русские народные какие-нибудь. Кровать там или ручеек. И чтоб под русскую песню о зиме. И подам валенки-фаренки, ох, не подшиты старенькие, ох! А можно под Майю Кристалинскую? Она ведь тоже советская певица. Под Майю? Ну, можно. О, ручеек под Кристалинскую сделайте. Давайте, начинайте, я посмотрю. Ну, знаешь что, гражданин дружинник, давай-ка ты тоже прими в этом участие. Вот тебе пара, вот смотри, вот, становись. Давайте вторую пару здесь сделаем, пойдемте. Вот, молодой человек, смотрите, какая девушка с вами. Да, можно здесь видеть. Да, нет, вот. Где ваша пара? Пойдемте. Сделайте девушке пару, пойдемте. Вот, ага. Ну, теперь стойте, сейчас и девушку вам примет. Вот, давайте, вот, смотрите. Красавица какая, сама вызвалась. Вот. Конечно, можно всем, друзья мои. Теперь нам нужен одинокая девочка. Пойдем. А, ты не хочешь, да? Пойдемте со мной, пойдемте. Ну, смотри, сейчас песня вся хочется. Пойдемте. Да что ж такое-то, господи. Друг друга толкают. Пойдемте, а? Вы здравомыслящая женщина, да. Вот смотрите, проходите сквозь ручеек, выбираете себе пару. А кто остается один, возвращается сюда, вперед, ко мне. Наверно, добрый день мороз, когда окно с тобой смотрю, я с неба... Так, готов ли у нас? Давай, иди сюда. Давай, скорее, что так не смело? Быстрее! Отлично! Въезжайте, въезжайте, да, выбирайте себе пару. Мерцает и мерцает. Отлично, въезжайте, да, входите. Выбирайте пару себе. Так ты иди сам туда тоже. И снимай, будет, знаешь, как сильный голубкан будет. Отлично. Ну вот, разобрались, все в порядке сейчас. Так иди, 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 выбирайте пару себе. Снег идет, скорее ко мне, ко мне, ко мне. И вот туда. И выбирайте пару себе. И вот туда, выбирайте пару себе. Скорее, скорее, скорее. Спасибо, свет тебе. Отлично. Ну вот это я понимаю уже. Ну что, товарищ дружок, а? Вот удалили, считайте, вы заслужили. А, спасибо. Дальше, я надеюсь, без меня справитесь. Справимся. Давайте. Ага. Продолжайте репетировать. Ага, хорошо. Давай. Спасибо. Спасибо. Продолжим. Да, ага. Ушу. Подожди сейчас.